望远方看辽阔的天空，像自豪的人为我最优秀、oh。黑夜尽头，坐着夜市路口，睡梦的时候要一起用力去冲，管它成与败 ，All the night 还可以期待黎明回来驱逐黑夜，看一身勇敢，不管流言冷言，用自信感觉就 OK， 勇敢的飞。Цзиньхань. Этот вопрос будет на вступительном экзамене. Каждый перепишет по 10 раз. Вы не должны потерять баллы. Нельзя потерять ни одного балла. Урок окончен. Переписывайте дальше. Малыш Кинг-Конг, пойдем после школы в клуб джиу-джитсу. Я не хочу. Тогда пойдем навестить Цзиньхань в больнице. А? Даже не хочешь увидеть своего кумира? У тебя что, появился другой? Так скучно. Бас, почему ты такой подавленный? Да, почему, Бас? Цзиньхань скоро перейдет в другую школу. Ты должен быть счастлив. Вам не кажется, с тех пор, как Цзиньхань госпитализировали, в школе стало невыносимо скучно. Даже малышка Кинг-Конг расстроена. Как же скучно. Бас, ты скучаешь по Цзиньханю? Да кто будет по нем скучать? Доска объявлений. Вступительный экзамен для спортсменов. Уведомление о специальном экзамене. К предметам добавлено джиу-джитсу. Джиу-джитсу тоже включили. Я только повесил. Хорошая работа. Вау!
Юй Шэнзэ, ладно, ты хочешь зарегистрироваться, но зачем срывать-то? Одел, старался, клеил. Никто не говорил, что нельзя срывать. По-твоему, это реклама с призами? Наклей на доску сейчас же. Хорошо, учитель Гао. Не нужно так громко кричать. Я вас слышу. Тогда... форма регистрации. Регистрационная форма? Заполните внимательно, и пусть директор школы и родители подпишут ее. Отдай мне на выходных. Хорошо. Учитель Гао, если мы сдадим этот экзамен, нас порекомендуют в институт? В институт? Твоя регистрационная форма. Специальный экзамен для спортсменов? В этом году в список предметов добавили джиу-джитсу. Место проведения экзамена Сычуань. Это правда невероятный шанс, малышка Кинг-Конг. Не хочешь поступить в институт столицы? Я спросил об этом учителя, если ты сдашь этот экзамен. При поступлении в институт... Меня порекомендуют в институт? Нет. Но ты сможешь подать заявление в спортивные институты через специальный набор. Может, поступишь в хороший вуз. Правда? Я запишусь на экзамен. Но я не участвовала в соревнованиях 2 года. Получится ли? Если малышка Кинг-Конг не сможет, то кто тогда? Сянся, что случилось? Учитель Чень, я хочу зарегистрироваться на специальный экзамен по джиу-джитсу. Ты уверена? Я не знаю. Я не участвовала в соревнованиях уже 2 года. Я не против твоего участия в этой сдаче. Но обдумай это. Ты уверена, что у тебя получится? Если ты проиграешь, ты сможешь принять последствия? Когда все обдумаешь, приходи ко мне, и я подпишу. Заранее поздравляю малышку Кинг-Конг с первым местом на экзамене! Ты справишься! Малыш Кинг-Конг, это всего лишь разминка перед экзаменом. Я устрою чудесное зрелище. Когда будешь на экзаменационной площадке, я устрою для тебя шоу. Повешу длинный баннер ради твоего великолепного внешнего вида. Глупый. Сянся, когда будешь сдавать экзамен? Мы будем за тебя болеть. Учитель Чень не подписала? Госпожа Чень сказала мне все хорошо обдумать, прежде чем приходить к ней. Учитель Чень намеренно усложнила тебе задачу, я поспорю с ней. С кем собираешься спорить? Ни с кем, вы ослышались. Вы опять намусорили? Убирайте сейчас же. От вас одни только проблемы. Братша, я могу зайти и навестить Цзиньханя? Он внутри. Заходи. Цзиньхань, я пришла. Ее можно починить? Нельзя вернуть в исходное состояние. Никак. Но я отремонтирую в целом. Как жаль. Как дела в школе? Как
как обычно. Кажется, что все счастливы, но глубоко в душе все стрессуют. Учитель Чень призывает учиться каждый день. Как будто экзамен за нас сдавать будет. А ты? Я? Сегодня неправильно ответила на один вопрос. Пришлось переписывать. Хочешь, чтобы я переписал за тебя? Перепишешь? Конечно же. Нет. Тогда зачем спросил? Хотел проверить, есть ли у тебя сила воли. А оказалось, у тебя ее нет. Хотя учитель Чень строгая, некоторые ее слова верны. Лучше записать, а не полагаться на память. Перепиши несколько раз, на случай, если совершишь ошибку. Это больше, чем несколько. Госпожа Хань, одноклассница Цзиньхань внутри. Здравствуйте. Не волнуйся, я просто зашла. Продолжайте учиться. Можем прогуляться? Хорошо. Помню, когда мне было 10. Мама купила журнал о космической науке. Там были фотографии туманностей. Впервые я увидел огромную вселенную. И тогда впервые обнаружил, насколько был ничтожен я. С тех пор я решил, рано или поздно, я буду стоять на том месте, что ближе всего к туманностям, и пронаблюдать за ними лично. К сожалению, но позже я подумал, хоть я не мог лично отправиться в космос, я мог бы провести свое исследование. Поэтому, переводясь из школы тогда, я не выбрал Академию искусств, которую нашла для меня мама, а пошел в первую старшую среднюю школу Сычуань. Сянся. Госпожа Хань, садись в машину. Можешь снять и посмотреть. Мы сфотографировались на 10-й день рождения Цзиньханя. В то время он еще улыбался и был разговорчив, не переставая со мной разговаривал. А сейчас, не знаю почему, почти не говорит и редко улыбается. Не беспокойся,
Я ждала тебя здесь, потому что хотела кое-что спросить. Госпожа Хань, что вы хотели узнать? Все эти годы я была слишком занята работой и проводила с Дзяньханем мало времени. Теперь я понимаю, что мы с ним все больше отдаляемся друг от друга. Он меня отталкивает. Можешь надо мной смеяться, но я понятия не имею, как мне с ним поладить. На самом деле, с ним и правда не так просто поладить. Госпожа Хань, вы даже не представляете, как мне трудно поладить с Дзяньханем. До сих пор помню, как впервые его встретила возле круглосуточного магазина. Я встретила своего кумира в реальности. Ты настоящий! Я была так взволнована. Дзяньхань! Но я не знала, что я заставила его так страдать в нашу первую встречу. Он очень боится гусей. Полагаю, после этого он не хотел тебя видеть. Да, я тоже думала, что не встречу его больше. Но я не ожидала. Сегодня в наш класс перешел новый ученик. Это же суперзвезда Дзяньхань. Он будет учиться с нами. Поприветствуйте нового одноклассника Дзяньханя. С сегодняшнего дня он будет учиться с вами. Он перешел в нашу школу. Стал моим одноклассником и даже соседом по парте. Я чувствовала, будто сорвала джекпот. Хоть у него и есть чувства, он не станет проявлять их внешне. Точно. А потом его наказали, и он убирал лабораторию из-за меня. Я подумала, что теперь он меня точно возненавидит и не станет со мной общаться. Но вопреки ожиданиям, он стал моим соседом. Думаю, это еще труднее, чем получить первое место на экзаменах. Мы купили тот дом, когда поженились с папой Дзяньханя. Это его первый дом. Но когда отец Дзяньханя ушел из жизни, положение нашей семьи ухудшилось, поэтому я продала дом. Но Дзяньхань решил вернуться, чтобы поступить в институт. И настоял на возвращении в тот дом. Понимаю. Так как вы стали друзьями позже? Я даже не знаю. Возможно, это потому, что мы через многое прошли. Я научила его готовить, он помогал мне с учебой. Мы с ним поймали фанатку сталкера и вместе убегали от папарацци. Ради моей защиты он разместил пост на Вейбо и сказал, что я его подруга детства. Но я даже не ожидала, что однажды правда подружусь со своим кумиром. И тогда Дзяньхань сказал... Я тоже не ожидал, что подружусь со своей фанаткой. Мы друзья? Разве... Мы не друзья? Это похоже на сон. Вспоминая это, на самом деле поладить с Дзяньханем не так уж и сложно. Дзяньхань не умеет выражать свои чувства. Госпожа Хань, на самом деле Дзяньхань вас любит. Он этого просто не говорит. Дзяньхань сказал, что ему нравится космическая наука, из-за космического журнала, который вы купили ему на 10-й день рождения.
Поехали. Отвезу тебя домой. Хорошо. Сянся, спасибо, что рассказала мне о Цзиньхане. Да и не за что. Я не сказала ничего особенного. Сянся, прости, что я так плохо к тебе относилась. Надеюсь, что ты меня простишь. Все нормально. Твои любимые кисло-сладкие ребрышки и яичница с луком. Попробуй. Я давно не готовила, поэтому даже не знаю, вкусно ли. И как тебе? Ребрышки немного сладкие. В следующий раз положу меньше сахара. Все нормально. Я люблю сладкую еду. Что касается перевода в другую школу и переезда, я обдумала. Я уважаю твое решение. Тебе не нужно переводиться и переезжать. Более того, проводится кастинг на фильм. Дата прослушивания через месяц. Съемки уже после вступительных экзаменов. Тебе решать, идти или нет. Раньше я делала много вещей против твоей воли. Но мои намерения никогда не менялись. Сидишь здесь один? Хотел подышать свежим воздухом. Я увидела это в твоей палате. Выброси. Выбросить? Ты будешь сниматься в этом фильме? Я не буду там сниматься. Очень жаль. Я почитала реплики, и они такие трогательные. Вот. Не все тайны можно разгадать, но все, что произойдет в будущем, берет след в настоящем. А еще это.
Каждый выдающийся человек переживает трудные времена. Он прилагал большие усилия, но в конце концов остался ни с чем. Мы называем эти дни настойчивостью. Или это? Мы сделали это. Когда он услышал в прямом эфире новость о том, что запуск прошел успешно, Ли Синь взволнованно прокричал эти три слова. Алло? Мам, я прочитал сценарий кастинга. Я схожу на него. Хорошо. Спасибо, мама. Сегодня дежурный. Почему в кулере нет воды? Я заменю. Готово. Ты выделяешь много дофамина. Что за дофамин? Это своего рода нейромедиатор. Химическое вещество для передачи импульсов. Самое главное, он заставляет людей чувствовать себя счастливыми. Да, у меня хорошие новости. Цзиньхани выписывают. Теперь Сянся. Я иду. Мне пора идти. В некоторой степени дофамин – импульс любви. Кажется, у нее сегодня гиперсекреция. Алло? Юйшэнзэ, где ты? Почти все, прошу, не торопи. Я тебя не тороплю, но хочу барбекю. Не забудь купить. Малыш Кинг-Конг, ты... Алло? Новый френд звонит. Цзиньхань, где ты? Я выписался из больницы и еду домой. Так рано? Скажу брату Ша ехать медленнее. Не обязательно. Тогда кладу трубку, увидимся позже. Увидимся. Ехать помедленнее. Ускорься. Хорошо. Спасибо. Дай это мне.
Ся-ся, ты такая милая сегодня. Так нормально? Такой красивый. О чем ты думаешь? Что ты сказал? Я спрашивал насчет них, нормально? Конечно. Идите, возьмите вещи. Подарок выписке. Зачем ты даришь их мне? Раньше ты часто присылал мне китайские розы, думал, тебе понравятся эти цветы. Вот и дарю тебе горшок. Тогда спасибо. У меня тоже подарок. Ну-ка, дай взглянуть. Юйшэнзе. Открой его позже. Твой телефон. Алло, пап. А? Можем перенести, я сейчас с друзьями. Ладно, я понял. Хорошо, вернусь позже. Папа нашел мне репетитора. Будь с ним вежлив. Быть репетитором непросто. Это он проводит собеседование, а не я у него. Кого тебе нашел твой отец? Он большая шишка? Сказал, что он лучший учитель страны. Лучший специалист для экзаменов. Папа постарался попасть к нему на прием, но репетитор сказал, что без собеседования не знает, будет ли учить. Неудивительно, что такой выдающийся. Да. Но раньше он занимался с лучшими учениками, он не согласится обучать такого, как я. Может, репетитор просто любит решать задачи? Деньхань, ты меня проклинаешь? Юйшэнзе, тебе лучше идти. Твой папа очень постарался. Дорожи этой возможностью. Хорошо, я знаю. Я пойду, угощайтесь. А? Пока. Сяо Цзэ, господин Юй просил забрать тебя. Очевидно, это невозможно. Мой папа относится серьезно. Пойдем. Сяо Цзэ, быстро переоденься. Господин Дин внутри. Господин Юй просил тебя надеть костюм и выразить свое уважение. Шутите, я здесь не для свидания вслепую, это необходимо. Просто надень его. Ладно. Когда я преподаю, то высоко оцениваю способность понять. Без этого я не буду. Господин Дин, это мой сын. Юйшэнзе. Сяо Цзэ, это господин Дин. Почему аура этого человека так похожа на ауру Пань Додо? Нет, в 10 раз сильнее, чем у нее. Почему не здороваешься? Рад знакомству, господин Дин. Будь серьезен. Я хочу поговорить наедине с Юйшэнзе. Хорошо. Веди себя хорошо и не напортачь. Не волнуйся, я не подведу. Господин Дин, буду с вами честен. С детского сада и до сих пор почти на каждом экзамене я всегда занимал последнее место, поэтому, думаю, вам не нужно тратить на меня время, иначе повлияю на эффективность вашей работы. Я хорошо знаю это. Мне интересно, в какой институт ты хочешь поступить. Я не думал об этом.
Что касается твоих целей на будущее, у тебя есть какие-то планы или мысли? Никаких. Я просто хочу поступить в тот же институт, что и малыш Кинг-Конг. Кто это малышка Кинг-Конг? Малыш Кинг-Конг? Мы знаем друг друга с детства. Ходили в один детский сад, в одну начальную, теперь учимся в одной средней школе. Значит, вы друзья детства. Какой институт хочет поступить она? Она? Я не знаю. Может, она захочет поступить в тот же институт, что и Цзиньхань. Кто такой Цзиньхань? Цзиньхань? Суперзвезда. Отличник. На каждом экзамене он на первом или на втором месте. Понятно. Твоя цель — занять первое место в школе. Что?轻轻摇摆，属于我们的浪漫。